Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. И сегодня мы попытаемся, девчонки, связать буденовку. Если это, я пока еще не знаю, получится ли она. Вот, если это видео выйдет у нас, значит она получилась. Если нет, значит не получилось. Значит, прислала мне вот эти вот скрины Людмила Мартынюк. Большое ей спасибо. Вот когда зашел разговор в комментариях про эти буденовки, вот благодаря этой подписчице мы сейчас эту буденовку и будем вязать. Значит, в источнике сказано, источник будет прикреплен здесь. Сейчас вот я вам вставлю его, выложу в Инстаграме, ну то есть везде. Кому где удобно, там и читайте, если нужно. Я постараюсь сделать так, чтобы вам было не нужно. Значит, будем следовать источнику. Спицы 2,5, не указана плотность пряжи. Я беру вот эту вот 220 метров в 100 граммах. Там написано, что нужно 160 грамм. Не знаю, нужно ли, не нужно ли. Увидим. У меня пока один моток, а там еще есть у меня остатки. Если что, я использую их для образца. Значит, что мы первым делом делаем? Значит, образец у нас на 50, обхват головы 55 сантиметров. Как корректировать, потом я думаю, я вам в процессе буду уже вязать и говорить вам, как это все дело делать, где можно, в каком месте корректировать. Плотность вязания 2,1 в 1 сантиметре, то есть 21 петля в 10 сантиметрах. Я на спице 2,5 набираю 100 петель, а там посмотрим, что будет. И вяжу платочной вязкой, то есть лицевыми петлями. Я сейчас наберу и провяжу, девчонки, там до первой дырки рядов 6. Хочу сказать, девчонки, что так провязала я 4 ряда всего. Сейчас я сделаю дырки для пуговиц. Там должно быть 2 дырочки, значит, вот в чем невыгода этих спиц. 3, 4 я сделаю накиды вместе, либо если у вас будут большие дырки, то сделайте больше дырку, как вы думаете. Не, недостаточно вот такой вот. А вы смотрите, так что хочу сказать, вписалась я в плотность вязания, так что спицы вот примерно такую толщину пряжи, девчонки, берите, и спицы 2,5. Значит, здесь я сделала дырку, и еще всего вот это как бы деталь, ну, как бы всего должно быть здесь 6 сантиметров. То есть на этих 6 сантиметрах мы должны разместить 2 дырки. Первую сделала в 5 ряду, вторую я вам потом скажу, в каком я сделаю. Итак, девчонки, вот я провязала 6 сантиметров. Что я хочу сказать? Значит, дырку я делала в 5 ряду и в 17 ряду. Всего провязала 20 рядов. Вот они. Это у нас 6 сантиметров, как гласит источник. Вот, далее нам по источнику, ну, потому что он говорит, нам надо бы закрыть с каждой стороны по 15 петель и вязать ровно. Но на рисунке одно, пишем мы другое, там у нас вот здесь вот закругленный как бы угол, не прямой, а написано у нас, что просто закрыть 15 петель и вязать ровно. Смотрите, у меня 5,5, ну почти 6 сантиметров, даже не совсем 6, ну ничего, чего там. Значит, я закрою с обеих сторон по 11 петель, а 4 закрою в каждом как бы потом по одной петле. Значит, я закрываю 11. Так, вот я закрыла 11 петель, еще 4 нужно будет закрыть, но я вот так плавный скос сделаю, вяжу ряд до конца. Вот я провязала до конца ряда, теперь в начале следующего я закрою тоже 11 петель и буду вязать ровное полотно. Значит, потом далее я буду закрывать в начале каждого ряда по одной петле. 3,
11. И вот у нас закрыто одинаковое количество с обеих сторон. Теперь вяжу ряд до конца и вначале покажу, как я буду делать сокращение. Так, вот я провязала ряд до конца, теперь покажу, как я буду делать эти сокращения. После кромочной петли просто буду провязывать два раза, две петли вместе, то есть буду сокращать по одной петле с обеих сторон. И 4 раза здесь, и 4 раза здесь, вот, чтобы сделать маленький скос такой. И дальше продолжу вязание ровно. Так, мои хорошие, следуя источнику, мы уже должны связать эту затылочную часть. Там написано на потелочник. Вот она. Так. Так. Длина, которая должна быть 50 сантиметров, у меня 48, 2 сантиметра потерялись. Но это, я думаю, не страшно, это еще ж не обработано и не стирано. Вот, и всего деталь должна быть 15 сантиметров, из чего вот 6 сантиметров вот эта часть и 9 сантиметров эта часть. Вот мои скосы, девчонки, те, которые я вам показывала, которых в описании нет. У них это все дело должно быть вот так вот закрыто, 15 петель и ровное вязание. Вы же смотрите, как хотите. Так, дальше я будем следовать снова описанию и вязать козырек. Так, далее следует лицевая гладь. У нас, судя по описанию, должна иметь больше плотность, но если честно, у меня нет свободных спиц вот такого диаметра. Я поэтому взяла свободные 3,5, которые у меня есть, и буду вязать этими спицами. Все равно у меня экспериментальные варианты, в любом случае эта шапка не будет носиться. Вот, так, 32 петли набираем на спицы. 3, 4, 5, 6, 7, 31, 32, и вяжем мы лицевыми петлями. При этом для вывязывания козырька мы будем вязать незаконченными рядами. Значит, первые два ряда я провяжу, наверное, лицевыми петлями, ничего не делая, как бы. Вот, а далее уже будем делать незаконченные ряды. Всего, судя по описанию, их у нас должно быть по 5 с каждой стороны, то есть всего 10 рядов. Но если считать вот эти два ряда, то козырек у нас будет состоять из 12 рядов. Сейчас посмотрим, возможно, и меньше, просто будем смотреть по визуально. Вот. Так, пока вяжу, должна, хочу сказать, так, если следовать описанию, то плотность вязания вот этой лицевой глади у нас 1,8, а плотность вот эта 2,1, по-моему, да, девчонки, если я не ошибаюсь, я озвучила в начале видео. Поэтому я считаю, вот эти вот дополнительные толще спицы нам не помешают, а даже помогут. Вот. Что еще хочу сказать, что как-то мне не нравится основная деталь платочная вязка. Платочная как бы достаточно плотная и теплая, да, а вот макушка лицевой гладью, и мне кажется, нужно довязывать еще вторую, ну как бы подклад под нее. Как его довязать, я, скорее всего, показывать не буду, но я объясню, девчонки, уже когда я ее свяжу. Я вам объясню. Итак, я вяжу третий ряд. Сейчас я буду делать его незаконченным. Может, зря я, конечно. Сейчас посмотрим. Так, здесь мы будем оставлять по одной петле. Так, последнюю кромочную я осталась здесь. Для дальнейшего соединения делаю воздушную петлю. Вы не обратили внимания, вы знаете, у меня вот эти незаконченные ряды задействованы практически в каждом моем видео. То я прям уж утомилась я уже от них. Так, итак, 10 рядов. То есть
здесь у нас будет 5 незаконченных, и здесь 5 незаконченных. Связала я этот козырек, хочу показать вам эти. Видите, вот они, незаконченные ряды. 1, 2, 3, 4. Так, последний, вот 5. И здесь я уже буду соединять, и в следующем ряду тоже соединю. То есть с каждой стороны у нас по 5 незаконченных петель, недовязанных. И за счет этого козырек у нас приобретет свою форму. Так, в этом ряду я соединю это все дело. Далее, основное полотно. Вот сейчас я пока вяжу, буду говорить. Значит, что я поняла? Основное полотно у нас ширина 50 сантиметров, да, и вот всего этого полотна. А вяжем мы на объем головы 52 сантиметра. То есть, чтобы скорректировать размер, начинайте корректировать с этой части. Вот. Ну и там идет такое странное разделение. Сейчас все мы с вами пройдем. Вот, кстати, я соединяю эти незаконченные ряды воздушные, эти петли провязываю со следующей петлей лицевой. Вот. Потом это все вязание делится на 4 части, притом неравномерные, вот какие-то непонятные. Я уже разделила маркерами, вот смотрите, по 22 петли вот эти секторы. То есть эти все петли, которые у нас здесь, мы делим на 3 равные части и по 2 петли между ними. Здесь у нас выходит по 22 петли, потому что мы вяжем как источники, по 22 петли. 3 по 22 и по 2 петли между ними. То есть это 70 петель, которые у нас остались на спицах после сокращения всех. Сейчас мы это все соединим в круговое вязание и будем вязать по кругу. Так, подождите. Так, здесь вот я тоже соединяю это все. У нас же мужская застежка, да? А мужская застежка у нас слева направо. Правильно я говорю? Правильно, все правильно. Значит, вот видите, я здесь неправильно нахожусь, мне нужно провязать еще один ряд. Ой, боже, это все потому, что у меня мальчиков нету. Внуки, наверное, будут мальчики. Вот. Итак, козырек, вот смотрите, у нас готов, да? Теперь я еще провяжу вот этот ряд, потому что если я сейчас присоединю сюда козырек, у меня получится женская застежка. Поэтому я сейчас вяжу один ряд и потом соединю все. Так, провязала я этот ряд. Смотрите, мои хорошие. Вот теперь получается, что у нас будет вот так вот застежка слева направо. Все правильно. Теперь я присоединяю наше вязание сюда. Вот что у нас здесь получается. Пока я вяжу лицевыми петлями. Теперь мы... Кошмар, сейчас мне надо привязать здесь. Девчонки, вы знаете, разбираюсь с этой схемой. И мне кажется, что мне проще связать, вот мне дали фотографию, и я своим умом к этому дошла, и мне это понятнее, чем по схеме, вот правда. Значит, здесь у нас эти 22 петли лицевыми петлями, при том, что здесь нам нужно добавить, ведь в каждом из вот этих вот секторов по одной дополнительной петли. Поэтому я вот так вот визуально одну петлю здесь добавляю, воздушную, и еще одну. Интересно так все у них. Так, и здесь еще одну. То есть всего 6 петель мы по обхвату головы добавляем. Так, 24, одна боковая часть. В
все боковые части у нас будут разделены полоской из изнаночных петель. Вот они две. Далее здесь у нас 22 петли, к которым мы тоже добавляем 2 воздушные дополнительные петли. 1. Так, и 2. Значит, здесь я добавила 2 петли. Так, вот они, 2 изнаночные. И последняя деталь, как бы боковушка, в которой мы добавляем тоже 2 петли. Вот так вот по описанию. Значит, приблизительно, девчонки, там у нас по 22 петли. Вот где-то через 7 петель мы делаем 2 добавления. Далее мы будем вязать по кругу. У нас получается, что на боковых частях у нас по 24 петли, на задней части у нас 24 петли, а на передней у нас будет 28 петель. Так, все, вот эти спицы я откладываю. Теперь у меня будет круговое вязание. Значит, мне нужно вот здесь вот соединить. Теперь смотрите. 32 петли козырька мы распределяем таким вот образом. Значит, по 2 петли крайние у нас будет вот эти разделительные полосы, как и здесь, 2 изнаночные. Раз, два. И 28 здесь будет лицевыми. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. То есть здесь у нас 28 петель, а здесь у нас по 24 петли. Все как говорит описание. Теперь вот эти 2 петли у нас тоже изнаночные. Это и будут наши 4 как бы полосы, которые идут по всей шапке, вот эти клины. Вот теперь мы продолжаем вязание. Значит, все вот эти 4 части лицевыми петлями, а здесь по 2, здесь, вот они, здесь 2 изнаночными и здесь по 2 изнаночными, то есть 4 всего. Вот смотрите, как у нас уже все получается, все уже по сути видно. Наш верх шапки, здесь мы должны провязать 7 сантиметров по описанию. У меня даже, девчонки, уже прям 7,5. Теперь мы будем делать сокращение. Для начала сокращение будем делать через один ряд, то есть один ряд провязываем без изменений, один ряд провязываем с сокращением. Вот эту переднюю часть, так как у нас здесь 28 петель, а на боковых и на задней по 24 петли, то сокращение мы начинаем с передней части. Два раза мы делаем только вот эту вот часть. Сейчас я вам покажу, как. Значит, вот эту лицевую я поворачиваю вот таким вот образом и провязываю 2 петли вместе. Вот в начале и в конце этого клина. Далее один ряд без изменений, потом снова я сделаю, наше количество петель сравнится во всех 4 клинах. Еще один ряд провяжу. И тогда потом буду делать сокращение во всех 4 клинах одновременно для макушки. То есть сейчас, в данный момент, мы просто выровняем количество петель, чтобы оно у нас было одинаково, вот этими двумя сокращениями.
Так, здесь последние две петли не довязываем. Здесь вот так вот за верхние стенки, ну да, так получается, с уклоном вправо провязываем 2 петли вместе. Ну и далее вяжем один круг без изменений, и еще одно сокращение, то есть всего 4 ряда, в двух из них мы делаем сокращение. Так, вот, сейчас я вам покажу, видите, вот начинают видны становиться наши убавления. Вот так вот они будут продолжать как бы сходиться к центру. Через ряд напоминаю, и теперь я начинаю делать со всех сторон, вернее, во всех клинах. То есть вот сейчас один и второй раз я сократила здесь, уравняла количество петель, и теперь закрываю все 4 клина одновременно. Так, смотрите, девчонки, все у нас красиво получается, должна я вам сказать. Вот у нас уже вырисовывается буденовка, самая натуральная. Действуем строго по описанию, значит, закрыла я. Вот видите, осталось у меня здесь 16 петель. 2, 2, 2 разделительные вот эти вот полосы и по 2 петли с каждой, как бы с каждого клина. Теперь нам нужно здесь провязать по описанию 2 сантиметра ровно, чтобы получилась вот эта пимпочка. Вот, сейчас я его довяжу и доделаем. Провязала я 2 сантиметра по узору. Вы знаете, наверное, все-таки надо было перейти на лицевую гладь полностью, провязать эту пимпочку лицевой гладью. Но так как у меня это экспериментальная модель, которая носиться не будет, я уже оставлю так. Ну и по описанию в конце нам все петли нужно стянуть. Вот, одеть на иглу и стянуть. Это я, конечно, зря сделала, что сняла все петли. Ну вот, вы этого не делайте. Переснимайте со спицы, а не так, как я. В общем, что еще там пишут, пока стяну, расскажу вам. Значит, ну, вы, понятное дело, что вы все прочитаете, но еще я вам перескажу. Значит, по поводу козырька, там что-то невероятное написано. Сейчас мы будем с ним разбираться. Как-то его надо подшить. Я не поняла, как. Каким образом. Поэтому сейчас мы к нему придем, к этому козырьку, и мы вместе с вами решим, что с ним делать. По поводу размера, в конце я вам покажу, у меня есть манекен, голова как раз 52 сантиметра. Вот 52 сантиметра у нас было заявлено как бы в начале, что это расчет на 52 сантиметра обхват головы. А, кстати, сказала, ну, конечно, меня исправите, потому что там видео я монтировала, сказала объем головы. Опять, как обычно, у меня это всегда происходит, оговорки. Поэтому, я думаю, вы уже привыкли. Вот. Так, значит. Вот. Все петли мы стянули. И получилась вот эта пимпочка. Ее, ну вот такая вот она, я не знаю, вы напишите, скажите мне, похоже оно, не похоже, или лучше было бы, наверное, все-таки чулочной гладью здесь ее связать. Ну, рекомендую, здесь должна быть пуговица, по идее, по их описанию, обтянутая трикотажным кусочком, в общем, обтянута. Значит, написано, что козырек мы должны отвернуть на изнаночную сторону и подшить. Каким образом, я что-то не поняла. Возможно, вот они имеют в виду вот так вот, как бы его, но он получится совсем малюсенький. Я не знаю, девчонки, вот вы мне напишите, что с козырьком. Я его оставлю так, как есть, и одену на манекен. Вот. Поэтому я сейчас просто продену эти все нитки, которые висящие, и оставлю так, как есть. А вы посмотрите, пожалуйста, и напишите мне в комментариях, что делать с козырьком.
Вот, значит, далее следующая вещь. По поводу звезды. Звезду, я думаю, вы сделаете из фетра или вывяжете. Я как бы звездой не заморачивалась. Понятное дело, что на буденке здесь должна быть звезда. В лучшем случае значок звезда. Правильно? Если уж нужна вам будет звезда, пишите, я как-то сделаю. Или нарисую вам, или крючком вам что-то придумаю. В общем, придумаю вам звезду, девчонки. Пишите, если нужно. Так, ну вот мне козырек нравится такой. Я не знаю, куда отворачивать и куда его подшивать. Вот если мы подошьем, он будет вот такой вот. В общем, я не знаю, напишите мне. Вам виднее, девчонки. Так, еще эту нить я продену. И две пуговицы внизу. По поводу пряжи хочу сказать. Ушло у меня 100 грамм при вот этом вот метраже 220 метров 100 грамм. Ровно 100 грамм там осталось буквально грамм 5 остаток. Совсем чуть-чуть. Поэтому одного мотка достаточно. По поводу коррекции размера. Девчонки, что-то я никак в моей головушке это дело не нарисовалась, потому что насколько все с этими клинами, добавлениями и как его, в общем как ее уменьшать, кроме как варьировать, брать тоньше спицы и тоньше пряжу, чтобы уменьшить, и соответственно, ну, больше, я думаю, вам не нужно будет, а вот чтобы уменьшить, брать тоньше пряжу, потому что я по-другому не вижу, как бы. То есть ее можно, но это очень уж напряжно, как мне кажется. В общем, вот такой вот результат у меня получился, девчонки. Сейчас еще пришью пуговицы и посмотрим на манекене 52 сантиметра. Сейчас я вам еще ее промерю. Вот, кстати, плотность я вписалась везде. Так что вот это как бы описание именно на такой вот размер. Ширина его этой шапки 25 сантиметров. 25 сантиметров. То есть 50. Круговую 52, да, то есть все у нас совпало, получилось. Не знаю, на какой это возраст, девчонки, высоту она получается, эта шапка 29 сантиметров, ну, где-то 30, да, если еще обрабатывать. В общем, пришиваю пуговицы, покажу вам на манекене. Так, девчонки, одела. Вот 52 сантиметра у меня эта голова. Вот смотрите, действительно, козырек куда-то нужно пришить. Не знаю куда. Можете вот так вот отвернуть. Потому что он лезет на глаза. Ну, в общем, эксперимент я провела. Вот здесь вот смотрите, по их размерам, по меркам, видите, как он со стороны теплоты, да, практичности вещи, то это нехорошо. Ну, а если воспринимать как буденовку эту шапку. Кстати, я на пимпочку пришила пуговицу. Мне не нравится. Не нужна тут пуговица на пимпочку. И вот с этим козырьком не совсем понимаю, что делать. Ну, в общем, эксперимент мы провели. Описание попробовали. Вот что с козырьком? Не понимаю, девчонки. А ну, пишите вы. Еще обещала вам сказать, как связать двойную. Ну вот, кроме как еще одну и вставить вовнутрь, у меня идей не возникает. По-другому я как-то, я думала, может просто вот эту часть двойную добрать петли и туда связать. В общем, что-то я устала. То ли уже поздно очень, но сейчас действительно поздно. И моя голова не совсем понимает, что она делает. Что она говорит. Ну, в общем, все, девчонки, вот такой вот эксперимент мы провели. Если у вас есть интересные тоже эксперименты из старых закромов, кстати, там были, насколько я помню, старые вот эти книги, журналы, очень много интересных ретро вещей. Смотрите, присылайте, будем пробовать. Ну, в общем, буденку мы попробовали. Вот.
Ну все, я с вами прощаюсь. Пишите свои мнения, свои фи и свои поправки к этой модели. Вот, и пусть они там все будут, как советы тем, кто будет вязать. Вот такая вот буденовка. Ну все, девчонки. Всем пока, а мне спокойной ночи.